со званием лучшего игрока матча, согласен? Решать не мне, решают эксперты. Индивидуальные награды приятно получать, но мы не выжили максимум, поэтому на 100% я недоволен. А команда довольна или тоже нет? Конечно, нет. Мы понимали, что эта игра многое решает. Хотели выиграть, взять 3 очка, но это футбол. В концовке не забили, но заработали очко. Удаление палочки ощущалось? Естественно, мы видели, нам не хватало главного тренера, но мы бились за него, за болельщиков, поэтому хорошо, что не пропустили. Больше нечего сказать. Но игра в целом, насколько получилось? Вы к чему-то другому готовились? Или то, к чему готовились, то и вы увидели? Нет, конечно, мы хорошо разбирали «Зенит», мы были готовы к борьбе, к эмоциям, поэтому все проходило по плану, но, повторюсь еще раз, не забили гол и не выжили максимум. Результат не устроил? Конечно, он не устраивает команду, но мы будем биться до конца.